Всем привет, меня зовут Айс. Мы продолжаем прохождение One Piece Odyssey. Ладно, договорились. Если преступник будет слишком сильным, сами им занимайтесь. А как же иначе? О, вы ищете скорпиона? Тогда вам нужно в заброшенную долину, через пещеру на окраине города. よし。俺に任せろ。 Мало пустынных орехов. У нас есть. Можем поделиться. Что это за деревянная коробка? Похоже на отлитку для голубей, только она сломана. Уничтожение средств связи. Скорее всего, за этим стоит Барак Воркс. Макасеро. Ора. Йо. それにしても変ね。 どうかしたのか、ナミさん。 アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。Хотите отправиться из Нанахану в Рейнбейс? Для начала вам нужно выбраться из безвозвратного ущелья, а как дойдете до пустыни, двигайтесь на восток. Спасибо, Кэп. Пустыня возле Нанаханы. Люди много чего теряют в пустыне. Есть ли тут такие, которые нападают на путешественников, как только их увидят? Но вот люди и бросают свои вещи. Когда мы находим эти упавшие предметы, мы возвращаем их владельцам. Можете на нас рассчитывать, если уроните что-нибудь в пустыне.
Да, похоже. На добросовестных ребят. この辺のサソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。よし、ちょっと邪魔よ。さあ喧嘩だ。 奴を先に潰しちまった方が良さそうだな。トラッキャリ任せて。 ルフィ、こいつら全員ぶった切っちまって構わねえな。おう、やっちまえ、ゾロ。俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。ムートンシャット。俺は負けねえ。 ゴムゴムのピストル。俺の出番か。まずいわね。さて、行くわよ。 これで元気になるぞ。おう、助かるぞチョッパー。おう、くそ、毒なんかを食らっちまうとは。俺に任せろ、ムートンシャット。 Очень крепкие ребята. これで大丈夫なはずだ。お、助かるぞチョッパー。 お、バースト。効かねえな。俺の出番か。竜巻。 圧倒的に俺が活躍したから。こう、サンジ。おう。
ちょっとワクワクしてきたぞ。 ゴムゴムのガトリング。 数で攻めようってのか。 面白い。 まとめて相手になってやる。 この足でてめえも仕留める。 こっちには何があるの？ マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。 これで元気になるぞ。お、助かるぞチョッパー。その強さ相手にとって不足なし。竜巻。さてと。 今なら。 Вот, поменяем бойца. По идее, Робин должна сильнее бить. Ику. ゴムゴムのガトリング。俺の出番か。
мы полечим. Лечение дороговато, конечно, стоит. Ну, вот это мало. Арига-то! ゴムゴムの抵抗すると痛い目見るわよ今行くわ行くぞ。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのバズーカ。しししやったな。面白い。来てみろ。なんかやりそうだぞ。先に引かねえなら切るまでだ。一刀流シッソンソン。ой-ой. Са ты топ. Давай полечим. Корега. Таскатта зо, Руби. Вадасачи о нерау нанте. Ун но варуй ко не. Торейнта фрур. Фрик. Оре. Са.私たちは進まなくちゃいけない。トレインタフルール、フルール。まずい。よし、かかってこい。ゴムゴムのピストル。来いよ。切られる覚悟があるならな。出てきたな。ぶっ飛ばしてやる。どうすっかな。ゴムゴムのバズーカ。修行にはちょうどいいな。そっちか。刀の旅にしてやる。来るなら迎え撃つだけよ。トレインタフルール、フリック。俺に任せろ。
ゴムゴムのバズーカシシシやったな。死ぬのは嫌だな。抵抗すると痛い目見るわよ。トレインタフルール。あいつの弱点はどこだ？これで元気になるぞ。肩慣らしといくか。私たちは進まなくちゃいけない。ゴーカス。俺はもうあの頃の俺じゃね。くらえ。いちちちちち。ゴムゴムのバズーカ。あれ、なんだか減った。面白い。俺がまとめて相手してやる。邪魔だ。あなたたちの相手は私。そこまで。これでどう？これしきでできない。少し強くな。Мне кажется, из-за огненных атак Луфи стал слабее бить. Шанс выпадения Луфи всегда есть. Давай так пока сделаем. Давай просто передадим его. Вот так. И посмотрим, будет ли какой-то эффект. Женя, пока не вижу никакой информации по врагам. В смысле, дальше идти тяжело. Макасеро! Ладно, будем считать, что лапки мы выбили. Возможно, я пропустил информацию. Возвращаемся. Готовить наш суп.
Пираты собираются вокруг портовых городов, значит, там будет спрос на оружие. Но не переживайте, мистер Крокодайл появится вовремя и спасет нас, когда это потребуется. Значит, пока мы ничего купить не можем. Кажется, все ингредиенты уже у тебя. Тогда поговори с владельцем, он наверняка разрешит тебе воспользоваться кухней. Ага, жду не дождусь, когда можно будет попробовать суп. Анджи умеет готовить, члены команды могут есть приготовленные им блюда во время боя, получая положительные эффекты. Готовить можно в лагерях и тавернах. О, это вы, что вам понадобилось на сей раз? Хотите что-то купить в моей лавке? Можно мастерить. Ой, приготовить еду. Мы хотели скорпионий суп. Давай возьмем пасту. И давай суп из бронзовой летучей мыши. Он хорошо лечит. Давай два. Готово. Саке! Давай один сделаем. Минус атаку, внутри входа 25%. И парализовать цель. Можно отдохнуть, устроить вечеринку. Давай отдохнем. О, ты снова здесь. Ну как, суп готов? Да, можно пробовать. Что ж, тогда испробуем. А вот и мой суп из скорпионов и моллюсков. Какой интересный аромат. Ну-ка, отведаю. Ого, что это? Этот насыщенный прозрачный бульон из песчаных ракушек, а яркий мясной вкус дает скорпионе ножку? Я тебя недооценивал. Никогда не пробовал такого великолепного супа. Да, неплохой он. То есть ты дашь нам еды и воды на восьмерых? Меня привлек сюда вкусный запах, но я никак не ожидал встретить здесь тебя, Луфи. Эйс! Эйс! Что такое, Луфи? Эйс! Эйс! Я думал, что никогда тебя больше не увижу. Ой-ой. О чем ты говоришь? Мы с тобой вчера виделись. Но? Ха-ха. Можем поговорить за обедом. Умираю с голоду. Ладно, Санджи. Можно нам добавки? Конечно. Доставь это мне.
メラメラの実の能力者、危険のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っていた。いやー、うまかった。いい腕だ。ネポハ、а он кое-что умеет. 当たり前だ。Ясное дело, Санджи ход на моем корабле. Да, отличная команда, Луфи. Да. Ось. Ну что ж, побил брюхо отличной едой, а теперь мне пора. О, уже уходишь? Да, я вернулся только потому, что забыл кое-что погрузить на корабль. Увидимся, Луфи. Я буду ждать тебя наверху. Эйс, вот увидишь, рано или поздно я стану королем пиратов. Я рад, что Луфи повидался с Эйсом. Да. Но как же наша еда и вода для восьмерых? Не переживайте, берите бесплатно, я же обещал. Вот, держите. Спасибо за чудесный суп. Вот теперь наконец-то можно отправляться в Рейнбейс. Хорошо, вперед, в пустыню! Получена еда и вода. Думаю, такое может происходить в мире, составленном из частей наших воспоминаний. Да, я думала, что это будет просто очередное опасное приключение. Если у нас будут такие встречи, может, все и не так плохо. Тем не менее, нужно быть начеку. Ага. Но ведь то, что нам нужно сделать, не изменилось, мы найдем Виви и отдубасим крокодилище. Так, это наш стражник? Нет, был в очках. Так, что мы можем еще сделать? По-моему, вот здесь показывают, кого мы должны отдубасить. Я нашла объявление об этих братьях-пиратах. Они заманивают охотников за головами и нападают на них. Боюсь, если мы с ними заговорим, дело кончится дракой. Думаю, ты прав. Давай попробуем. А, мы вас слышим. При. Они говорят, что поймают нас, братец. Они не знают, какую награду за тебя дают. Скажи им, скажи им. Может, вам лучше... присесть не один, не два, а 3 миллиона Белли. Ой-ой. О, вообще-то мы видели объявление о розыске, так что мы в курсе. А ты сильно задираешь нос, учитывая, какие крохи за тебя дают. Три, испугались? Бра, слишком поздно извиняться. Узри весь ужас 3 миллионов Белли. Сука. Давайте скорее покончим с этим. Йоша! Я вырублю вас обоих. Так, давай начнем. Младшего. Твой малыш. Дос Хрур! Гроб! これは負けねえ。どうです。次はどいつだ。ゴムゴムのガトリング。
Возможно, есть смысл вырубать их одновременно. Сантурю Оги! Сантурю Секай! Да-да-да-да-да! Давай сменим члена команды на... Так, они оба зеленые, да? На пистолеты. Кто ради интереса усопа возьмем? Кто из дымовой звезды? Слабенько, но... Гому-гому-но! Я думаю. Гатуринга! Да, отлично. Орену деванка. Тацумаки! Главная победа. Проклятие, как я мог проиграть? Я же стою 3 миллиона. Нет, брат. Что ж, награда за них примерно соответствует их силе. Ну и что нам делать? Он сказал, что прибудет с деньгами, как только мы поймаем преступника. Так что, наверное, мы просто подождем здесь. Отличная работа. Вы сильны, как я и думал. Ты меня испугал. Откуда ты тут взялся? Может и передать их мне. А вот ваша награда. Это нас дурят. Посмотрим, что это? Это все? Остальное получите, когда мы передадим их дозорным. Это просто аванс. Лучше бы тебе заплатить нам. Сколько ты себе берешь? В нашем деле все на доверии. Получите свои деньги, когда их заберут дозорные. Комиссия 30%. Я считаю, это очень щедро. Кроме того, пираты вроде вас не могут забирать награды у мирового правительства. Без моей помощи это невозможно. Насчет комиссии, у меня возражений нет. Но такой аванс просто куром на смех. Слишком маленький аванс? Понимаю, к чему вы клоните. В любом случае, у меня просто нет такой суммы на руках. И не будет, пока мы не получим награду. И мне приходится изрядно постараться, чтобы... Казаться с дозорными. Очень достойный подход. Ха-ха-ха. Да уж, простите, дамочка. Придется довольствоваться тем, что я вам даю. Награда есть награда, хоть и маленькая. И потом вы же опыт можете получить. На мой вкус не так уж плохо. Только хлопот за гроши. И все же, я полагаю, в ваших интересах согласиться на эту сделку. Что ты имеешь в виду? Сама понимаешь, приходится соблюдать правила. Нами! Нами, пошли. По крайней мере, нам заплатили. Мама. И у нас все в порядке. Нами-са! Мисс Нами, усоп прав, надо идти. Не стоит поднимать шум. Вакатта-кара. Ладно, думаю, придется смириться. Заруби себе на носу. Позже тебе все равно придется отдать нам остаток денег. Йори-йори. Да-да, считаю, это только начало крайне многообещающих отношений. Добавлена новая цель.
Давай посмотрим, может есть еще задание. Можно DLC? Еще одного. Да, можно брать. И всех с длинной беседой. Молния пасти. Отлично. Но если оценивать по силе, то они такие же на 3 ляма. С ней что-то упало. Нет, ну ладно. Здесь вроде заданий больше никаких, можно отправляться в пустыню. なの？確か夢の街だったか？ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズ。カジノ、あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今？ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。ジジ、元気にしてっか。この程度なら俺に任せろ。あとは任せてもらって大丈夫よ。
Очень мощно было. На ноль. Хотя урон написано есть. 1182. トレインタフルール。Обычными атаками там осталось по удару. しろよ。ゴムゴムのピストル。切りがいのありそうな相手だ。私の出番かしら。そこまで。おいおい。狙撃手の腕を見せてやる。必殺火薬星。えちちちちちち。ゴムゴムの。
私たちを狙うなんて運の悪い子ね。任せて。ちょっと痛いのよ。痛え。はっ。刃こぼれすら己の恥だ。おい、ポリシャン。俺の番だな。これで元気になるぞ。でも、не нужно было там лагерь рядом。ありがとう。狙いは外さねえ。必殺火薬星。なんとか。ええ。少しは強くなれたかし。私の。Вот усоп лупит нормально。Давай попробуем нами. Имано чикара во тамесу ния уттецке да не. Мате! Оре ва мада кокору но чун... Йоши! Таскатта са, Руби! Сааате, топ! ゴムゴムのガトリング。痛いじゃねえか。俺は諦めねえぞ。必殺火薬星。よくなくまんのだ。А он дешёв, он за 10. Её ценнее, чем нужно. Икво ё! Сайклон Кэмпо! О мае жа тайкуту шиноги ни... Икзу!文句あるか。俺は、ま、このキャップ。あの場所、キャンプができそうだぞ。похоже здесь можно устроить лагерь。この暑さだ。Нам нужно как следует подготовиться, чтобы перейти в пустыню по такой жаре. Павел, вот воспользуемся этим, как раз то, что надо, если идти через пустыню в такой одежде. Что? Это за подозрительный лосьон. Типа крема от солнца, теперь жаркое солнце в пустыне, но не страшно. Когда ты его раздобыл? Приготовил заранее, никогда ведь наперед не знаешь, на какой остров отправишься дальше. Мудрое решение. Хорошо, давай тренировать. Готовь что-нибудь, Санджи. Погоди чуток, я погляжу, что у нас есть. Что-нибудь придумаю. Виви, а что это за Виви? Виви, член нашей команды. Вашей команды? Как на пират? Нам на остров выбросило много пиратов, но все они были жестокие и эгоистичные. Виви член нашей команды, но пираткой она не была. Собственно, можно сказать, что она была ее полной противоположностью.民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついに
アラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたい。Она не похожа на пиратку. だけど仲間って何？Тогда что же такое команда？Думаете, мы увидим в Алабасте Кару и Реснички? О, Удега Нарна! Возможно, что-то готовит, да, в пустыне. В принципе, у нас все есть. Здесь можно что-то спастерить. Почему вы пытаетесь спасти эту страну? Вы же пираты. Вы что, хотите стать героями? Героями? Нет. Слушайте, герои — это люди, которые делятся мясом с другими, а я хочу один есть мясо. Мясо? Что? Вуфи, ты совсем запутал, Лим. Если Лим права, нам придется отдалить крокодайла. Так, ладно, отдых. Ёш, утаги да! Леди ни ва коно токубецна хитосара да. Сате то, ику ка! Давай вначале посмотрим там, куда нам не надо. О, нанда коко. Какие-то пиратки. Сассато катадзукеру ва ё. Гому гому но гатлинг. こぼれすら己の恥。そっち来い。竜巻。Попался с моим опытом. О май же. Макасеро. Вот это размеры. Даже кости коровы, да? Ух ты! Представляю, сколько стейков можно сделать из этой огромной животины. Ты всегда о еде думаешь? Засато катадзукеру ва ё! Возможно, нет смысла их бить. За них так очень мало опыта дают. Награды никакой за них. Давай нами заменим на Робин.
るぞ。ゴムゴムのガトリング。またぞまたぞ。これだ。一発で決めてやる。Дымовая атака слабая. Ой, обычная атака. Хисацу! Таякбош! Да-да! Коре да! Киригай но арисоу на айте да. Сочке! Тацумаки! Инуч. Маримоно яц. Ура! Он нужен Фрэнке. Мне макасеро. Мина, жунби. Сюгё ни ва чёудо ии на. Они. Отлично, вообще. Аната тачно айтео, ватасио. Торента Фрур! Гому-гому но! Тиспара! Оре ни макасеро! Икзу! Уорида. Макасеро. Похоже, не часто что-то можно найти на земле. Я слышал, что тут полно опасных ящеров. Надеюсь, сегодня их не будет. Говорят, на них парализующие штуки действуют в ходе электрических шаров. Но я не умею их делать. А как их делать? Что это было? Без понятия. Так, но ингредиенты нужны такие. Уксусный цветок, ядовитый репейниковый каштан и базовые духи, кажется. Кусок может делать шары-ловушки. При попадании в противника они вызывают отрицательное состояние. Материалы для изготовления шаров-ловушек можно найти в птичьих гнездах,
а сделать шар можно в лагере. По мере повышения уровня навыка вы научитесь делать еще более мощные шары ловушки. Спасибо. Еще такси. Так, надеюсь, ничего не пропустили. Вот эта штука с поиском кубов, конечно, ну, сомнительная затея. Эй, вы хотите пройти через это ущелье? Тогда вам понадобится эта птица. Птица? Эта розовая птичка зовется навигатором. Научный навигатор поможет вам найти дорогу к безвозвратному ущелью. Серьезно? Это нам пригодится, спасибо. Мы его возьмем. Что? Мы не можем просто взять и забрать его. Эй, я его вам и не предлагал, леди. Взять его нельзя. Но вы найдете других таких птиц в Анахане. Ставите туда и поищите. Ну давай, вернемся. Ладно, возвращаемся. Возможно, она и не нужна нам. Но, возможно, она нас куда-то выведет. А вот и птичка. Отлично. Карту. Вроде ничего нового не появилось. Ой, птица-навигатор. Давай, берем птицу. Чоппа! Ну что, Чоппа, она нам поможет? Он говорит, что слишком голодный, чтобы помогать. Мэши! Эй, птичка, я тоже голодный. Укашидару! Так ты его называешь? На-на! Говорит, если нам нужна его помощь, придется принести ему пустынные орешки. Мате-мате! Ты будешь тут требования выдвигать. Сам принеси. Пустынные орешки? Их разве можно есть? Он гарантирует. Говорят, что если уничтожить растение, похожее на птичье гнездо, над городской стеной Нанаханы, то оно упадет. Да? Ой, точно, кажется, по дороге сюда я что-то такое видел. Думаю, я смогу сбить его из рогатки. Хорошо, тогда пошли поедим их. О, мы собираемся их есть? Луфи! Эй, а ну-ка стой, Луфи! Эй? Ну вот теперь понятно, что делает Усоп. Конечно, бегает и стреляет. Есть пустынные орехи. Еще пустынные орехи. Крокасто! Ой,
Наверное, тут будут только орехи. А сколько нам уж нужно? Мы здесь были. Я там дальше видел еще один такой же подъемчик. Возможно, там тоже что-то есть. Хорошими вещами и не пахнет. Только орехи, которые, по-моему, я купил по 5 копеек. Как раз осмотримся, по-моему, в этой части мы не были. Да, и вот куб. Не зря пришли. Закрыт. Эй, это же означает, что мы сможем добыть сокровища. Ребята, мы вернемся за ним, когда найдем ключ от сундука с сокровищами. Еще один сундук. Бесполезный. Я терзи!
Думаю, орехов хватит. Птичка лопнет. Есть ли еще места, где мы не смотрели? Давай, птичка, веди нас. Мы принесли пустынные орехи. Пить орех с дерева очень просто, если ты такой мастер, как я. А, это странно. Орехи пропали. Это я все орехи отдал тебе, Чоппер. А орехов нет? Луфи! О, Луфи! Ну, их было не так много, зато вкусные. Он сердится, потому что ты почти все слопал. Почти все? Да ладно. Их и было-то, с гульки нос. Наверняка осталась парочка. Вот что значит почти все. Он жалуется, что вы съедите все пустынные орехи. Он покажет вам дорогу, если мы обещаем уйти отсюда. Простите. Так, и как пользоваться этой печкой? Орехи были, на удивление, отличные. Макасеро. Навибардо, чанто китеру то умоу? О, дайджоубу дазо. Табун. Ой, доко да, тори? Ябе, дандан фуан ни натте кита. もう少し先まで行きゃはっきりするだろう。よし。この先が迷いの峡谷か。迷いすぎて
餓死しなきゃいいけど。А зачем вам птица-навигатор? Потому что в безвозвратном ущелье на каждом шагу растет галлюциногенный подвид кактуса мескаля. Подойдешь не по той дороге и забредешь прямо в область его пыльцы. Вдохнешь ее и все, сразу окажешься у входа. Для этого и нужна птица-навигатор. Она точно знает, куда идти. Главное вовремя сказать эту информацию, а потом давать выбор. Возвращаться за ней или нет. Безвозвратное ущелье. Навибардо га мичи о шимусите курете зо. Таскару ва. Аригато. Со да на. Аригато, Тори! Тележка. Коре де この峡谷を抜けられそうね。Вопрос, если мы не послушаемся ее? Нас просто возвращаются. Навибардо га шимесите куреру хоуко о ёку мимашо. Интересно, кто создал эту стадию? Навибардо га шимесите куреру хоуко о ёку мимашо. Навибардо га шимесите куреру хоуко о ёку мимашо. Тележка, нельзя в тележке ходиться. Там тележка. Она сравнительно новая. Давай бонус практической атаки. Отлично. Вопрос, куда идти дальше?
А, вопрос отпадает, мы отсюда пришли. А вот туда нам надо. Макасеро! Анджи? По-моему, на него нету смысла переключаться. Йось! Он находит предмет раз в миллион лет. А, сэкизо на уве. Тори га иру ва. Главное не пропустить кубы. Ёш, дондон икзо! Яппари кире. Макасеро! О, бля, пиратик какой-то. Хе-хе! Усо цуку мадемо не! Икзо! Оре ва маке не! Просто наваляем. Гатлинга! Медеда! トレインタフルール。フリッ。みんな大丈夫？いい。またあるぞ。元の場所に戻ってしまったようね。ナビバードが示してくれる方向をよく見ましょう。ちょっとここに誰か。リムは鳥が好きなのね。あ、そんなことは。その割には鳥を見て嬉しそうだな。嬉しそうにしてない？お、え、все в порядке? Мой живот. А, это тот Джо из Нанаханы.Точно, этот парень отключился прямо на улице. Только не говорите мне, что он опять. Ну давай дадим яблоки. Ах, это как глоток жизни. Энергетические яблоки, такие вкусные. Это нужно прекратить. Если будешь продолжать в том же духе, так и умереть недолго. Спасибо, что все время спасаете меня. Повезло мне. Наверное, что мы с вами знакомы.
Примите в знак благодарности. Получено 2 тонизирующих яблока. Я собираюсь отдохнуть здесь немного, будьте осторожны. Я надеюсь, это в последний раз. Я думаю, награда будет увеличиваться по мере его спасения. Но это не точно. それにしても分かりづれえ場所だな。こりゃナビバードがいなきゃ。いっちゃやってやるか。早めに倒しとかねえとまずそうだな。ゾロなら心配いらねえ。どうすっかな。ゴムゴムのガトリング。ぶった切る。Да ладно, чуть-чуть не добил. Уни! Пекко сурто, итайми миру ваю. Торейнта фрууру! Какуго широ ё! Икзу! Класс. Варик, не это поражение. Вазанут. Сикарау. Соре ни штемо вакари зле башо да на. Коря Набибадо га инакеря, какжицу ни маютте та зе. Си-си-си. Со да на. Пошли, супчик. Натсу ва табе чатта ксе ни. Ваших навыков не хватает, чтобы это разрушить. Игзу. А когда хватит? Сатэ. Ну, давай побеседуем. Тут неподалеку есть один очень милый краб. Правда, сегодня я его что-то не видел. Говорят, один верблюд просто вдруг взял и пропал. Думаете, он? Меня от одной мысли об этом корёжить начинает. О, скоро-скоро выход нан же не ка? Ёш. Макасеро. られたみたいね。ああ、鳥のおかげだ。Похоже, сейчас будет босс. Ой, нет, птичка. Какая здоровенная ящерица. Сандора Отокаге. Так, ящер Сандора. Мы видели такого в пустыне 2 года назад. А, серьезно? Отправь обратно, болван. Юсь. Икка.
Так, а у нас ничего такого и нет. Парализация, один шаг. Жирные противники. Мы попробуем кровотечение. И турю, ёй, шишсунсун. Корео, кионуке на сон айтеми. Отлично, без сознания работает. Ой, наверное, вот этим навыком. Так, давай бить одного. Кажется, ульту надо поменять. Давай попробуем дымовую завесу. Мина, киоцкете. Торента Хрур. Ите. Давай поменяем его на нами. У нее электрические атаки. Как раз усиление будет. Сандаборту! Китчири ката уцкеру то сурга! Лапы промах оглушить. Торента Хрур! Сандаборту! Есть мысль, давай попробуем заменим его на ухе. И попробуем вытолкнуть его в другую зону. Вопрос к кому?
Ну ладно. Гомугомуно! Базука! Нельзя менять, если он уже походил. Торрента Хрур! Бутбоштиару! Вполне легкий бой. Я Торрену Деванке! Торрек! まずいわね。こいつ強いわ。サンダーボルト、レッド！相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。必殺火薬星！これは気を抜けなそうな相手のトレインタフルー。まずいわね。こいつ強いわ。行くわよ。サイクロンゲット。よし、行くか。そっちか。トラック。これは気を抜けなそうな相手ね。やっと俺の出番か。行くぞ。くらえ。トップグリーンの多彩性見せてやる。Очень свободно. Сандаболт! これで大丈夫なはずだ。いけるか。めまいが。これで大丈夫なはずだ。おお、ありがてえ。飛ばしてやる。行くわよ。サイクロンテンポ。行けるか。あ、ちょっとスモフダビオテリモ。ゴムゴムの。Победа! Орева Кайзук! Его просто 1000 опыта. Орева Кэптэн!
てるぞ。気にすんな。ナビバードのやつが先に飛んでなければ、食われてたのは俺たちだったかもな。если бы ピスナビガタが飛んでいれば、ありがとうナビバード。Спасибо, お前の犠牲は忘れねえ。Я не забуду твою жертву. Я так же генки не помню. Он в порядке. Вы видели, как он улетел? Нана. А что будет, если мы умрем в этом мире? Сину. Вы умрете. Что? Тадашко юнара. Ну если точнее, ваше сознание умрет. А ваше тело, спящее в странном месте, никогда не проснется. Проснемся, когда проголодаемся. Нет, если ваш разум умрет, тело не смогут двигаться. Значит, мы просто станем скелетами в странном мире. Нет! Я хочу домой! この先の大岩を抜ければサンディ大砂漠に出られそうね。よし、行こう。Значит, нам туда? Ну, если так говорит этот тупой мечник, значит точно не туда. Кто хочет, чтобы я тебя на кусочки порезал? Тупой кок. Ну давай, иди сюда. А ну хватит. Все, пошли. Да, все, пошли. Ёсь! Надеюсь, тут под камнем нигде ничего не спрятано. Великая песчаная пустыня. Давай сделаем сохранение.